Всем привет, дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Малок, и мы с вами заканчиваем проходить первый Dead Space. Мы находимся на планете, на которую мы прилетели с корабля Ишимура. Мы находимся на этом челноке, в который погрузили обелиск. И на этой планете нам необходимо запечатать так называемый разум Роя, чтобы эта тварь не могла больше контролировать некроморфов. Давайте выдвигаться, это будет сложно и это будет интересно. Айзек, используй погрузчик, чтобы достать обелиск из челнока. Хорошо. Но только сначала мы обследуем, что здесь имеется, потому что здесь довольно много всего. Да, мы находимся уже на планете. Над нами этот астероид огромный. Здесь должны быть какие-то полезные вещи. Вот здесь, я помню, имеется силовой узел. Вон он. Да, здесь просто громаднейший пласт породы, который они выдрали. Собственно, вот этот вот кусок земли. Да, и где-то там внизу, в этой яме, находится разум Роя. Хорошо, давайте выгрузим этот обелиск из челнока. Погрузчик отключен. А как его включить? Ага. Помню. Вспомнил, точнее. У нас немного патронов на импульсную винтовку. Здесь где-то был магазин. Кажется, там вот за дверью. Нужно сейчас будет починим погрузчик и разберемся с этим делом. Так, нам... А ну-ка, постой-ка. Магазин, патроны. Айзек, обелиск нужно вернуть на свое место. Используй погрузчик, чтобы перенести его и поставить на пьедестал в зале обелиск. Верни на него. Так, вас, ребята, я не звал. Батарея... Вот это... Ага, вот эта батарея как раз, которую нужно там поставить. Она здесь находится. Я об этом забыл. Не надо. Ой. Не-не-не. Не трогай меня. Не трогай меня, я тебя ненавижу. Я вас просто ненавижу. На этот раз я довольно просто с ними справился. С тебя еще ничего не выпало. Вот это вот вообще довольно печально. Ладно. Черт с тобой. Главное, что мы тебя убили без проблем. Давайте наконец-то погрузим этот чертов обелиск на эту платформу и повезем его. Глава, собственно, состоит из того, что нам нужно провести обелиск через несколько больших залов, наполненных некроморфами, к точке, где они его выкопали, и поместить его на место. И я не скажу, что это будет просто, потому что толпы некроморфов здесь будут действительно огромные. Врагов здесь просто немерено. Так, ух ты, аптечка на путях. Опять не та кнопка.
Еще и замедлил. Замечательно. Так только я могу. Давай. Пусть он пока постоит здесь. А мы отправимся в магазин. Восполним потерянный стазис, потому что аптечек. Батарей все равно много. Кто там шепчет? Хватит шептать. Так, рюкзак. Алмазный полупроводник. Продаем. Одну стазисную батарею. Так, топливо огнемета. Импульсных этих патронов, зарядов нет вообще. Поэтому покупаем вот. Примерно вот так вот. И еще немножко плазменной энергии. На оставшиеся деньги купим силовых узлов. 5 штук. О, а вот еще патроны. И, наконец-то, закончим улучшать нашу импульсную винтовку. 2 узла придется потратить. Ну, в общем-то, вот все. Винтовка у нас на максимум. И давайте все-таки потратимся немножко на стазис. Длительность или энергия? Давайте длительность на 2 единицы. Это значит 2 секунды. Я думаю. Я так думаю. Все, теперь... А что, кстати, находится за этой дверью? А, здесь рубка. Ну там уже все, по-моему. Ладно. Давайте начинать. Стоп, перезарядиться надо. Хорошо, это началось. Пойдемте. Зона агравитационного подъема. Подъемника. Хорошо. Давай, обелиск. Контроль заслонок. Так, эти закрываем. А эти сейчас откроются. Здесь будет 2 или 3 такие комнаты, большие. И сначала их лучше всего зачистить, а после этого уже проводить через них обелиск. Так. Неизвестная форма жизни уже ползет ко мне. Довольно много начали всего давать. Аптечек, патронов. Но это хорошо. Так, ну я ничего говорить не буду, сами понимаете, трудно комментировать, когда такое происходит. Вот это вот было больно. Так. Ну, аптечек у нас много, так что не страшно. Натурально целые орды.
Ну, собственно, отсюда все началось. Здесь самый большой их рассадник, поэтому неудивительно. Неудивительно, что здесь такие огромные толпы этих тварей. И аптечек реально много. Так. Хорошо, теперь собираем все, что здесь может нам понадобиться. Да. И начинаем потихоньку проводить обелиск. Здесь необходимо будет поднимать эти мосты. И замедлять их стазисом. Вот так вот. Но это особых проблем не доставит. Станций пополнения стазиса здесь много. Блин. Вот это вот я зря сделал. Давай, проезжай. Вот так вот. Спокойно. Это еще не все, что ли? Я же вроде всех убил. Ну, видимо, не все. Ну, на этих тварей хватает 2-3 выстрела, поэтому я их не боюсь. Так, первую комнату, я считаю, успешно мы прошли. Закатаем его туда. Хорошо, теперь мы можем, в принципе, пособирать еще то, что здесь осталось. Убить оставшихся некроморфов, пополнить наш стазис. Там я еще видел, где-то лежал полупроводник золотой, кажется. Не, ребята, я вас уже не боюсь. А, так это еще один карантин был. Рубиновый полупроводник. Неплохо, неплохо, я считаю. Заходим теперь сюда. Вторая комната будет посложнее. А может быть и проще даже, я не помню. Сейчас посмотрим. Но я уже слышу, что там эти твари со щупальцами. Ядро гравитационного подъемника. Ого. Ай. Вас тут довольно много. Я бы сказал. Так, одну вроде убили. Или нет? Нет, еще живое. Теперь уже нет. Да умри же ты наконец-то, ну. Отсюда я не могу достать. Вот здесь эти твари реально доставляют проблем. Их тут просто много. Все, ты окончательно сдох. Я уже это, конечно, несколько раз сказал, но теперь оно окончательно умерло. Как и ты. Капец, я на вас потратил времени и патронов. Ну да ладно. Главное, что убил. Хорошо, здесь еще один магазин, давайте мы его используем. А потом отправимся в эту сервисную трубу. Я помню это место.
золотой полупроводник, рубиновый полупроводник, одну батарею можно сплавить и купить еще импульсных зарядов и плазменной энергии тоже. Вот так вот. Здесь зона нулевой гравитации. Зона невесомости. А, маленькая аптечка. Куда-то нам... А, так здесь, в принципе, можно даже и не летать, а так идти. Здесь где-то будут места с вентиляторами, которые нам нужно будет замедлить. Если мы их не замедлим, то нас порубают просто в клочья. Стой! Батарея стазиса. Подожди. Давай жить дружно. А, это будет на обратной дороге. Опять не та кнопка. Да. Эта проблема сопровождала меня до конца игры. Как в воду глядел. Та-на! Так. Хорошо. Давайте активируем. Да подбирайся ты. Активируем этот пульт, который здесь находится. Где он? Вот он. Сейчас. Восстановить энергию. Да, теперь придется поработать немножко с стазисом. Чтобы нас не порубили в клочья вот эти вот вентиляторы. Так, здесь их еще два, кажется, будет. Или один. Я не помню. Где-то. Вот эти вот твари, на самом деле, я боюсь их меньше всего. Они, в принципе, вообще не опасны, даже если их несколько штук. Ну да, постреляют в тебя немного, не более. Убить их довольно просто, даже этих черных. Так что да, их я не боюсь. Так, здесь еще один вентилятор. И, кажется, там будет еще один. Или нет? Нет, уже не будет. Это был последний. Их было только двое. Их было двое. И судьба их была предрешена заранее. Так. Хорошо. Ого. Большая аптечка. Ни хрена себе. Вот про эту тварь я что-то даже забыл как-то. Но проблем с ней-то и не возникло, в принципе. Умри ты уже. С тебя что-нибудь выпало? Ничего не выпало. Это довольно обидно. Так. Ну что же здесь еще? Давайте мы продадим. Мы там, кажется, нашли что-то еще. Большую аптечку можно продать. Так, большая аптечка, парочку стазисных батарей, вот эти вот 4 лишних заряда, здесь сотня патронов, здесь 250 патронов. Неплохо. И, к слову, на этом моменте можно закончить эту серию. Нет, кажется, таки выпало, вон он, силовой узел. Хорошо, давайте восстановим наш стазис, перезарядимся, восстановимся. И да, и на этом мы с вами закончим эту серию. В следующей, я думаю, мы уже пройдем эту игру наконец-то до самого конца. И я думаю, что это будет интересно. Что же, если вам понравилась эта серия, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. С вами был Малок. Всем удачи и пока. Увидимся в следующей части.